Ну что, терпим? Глубоко не ухожу, да, то есть я скальпель разворачиваю. А срез куда? Куда не будет? Все равно. Там же непонятно. Там непонятно, когда если вы тем более будете точка. Подкручивать, ну вот. А потом вводим как куда срез? Вверх? А как вы его узнаете? Потому что мы будем вводить, мы можем подвкручивать конюлю, и срез будет меняться. А, то есть уже не внутри. Принципиально. Ага, ну. Вот и смотрите, что мы делаем. Не очень будет приятно, но... Это на кость, да? Угу. Марина Михайловна, надо всегда так вводить, да, не со слезами? Сейчас. Не убегайте от меня, пожалуйста. Я не умею. Да. Ну что ты ко мне? Сейчас ты чувствуешь. Я не могу никак найти, когда мне уложить конюлю четко в это углубление. Вот, и нам нужно четко в слезную борозду уложить. Не получается. Сейчас еще раз. Все, вот смотрите, камера у меня. Вот, если я подниму. Вот. Видно? То есть она тоже так на кости лежит, да? Да, на кости, но смотрите, если я ее подниму, здесь уже под круговой мышцы. Самый-самый краешек, который мы видим. Вот. Нин, по кости не чувствуете? Чувствую немножко. Именно по кости? Там, где вы вводите, там чувствую. Вот здесь, под моим пальцем? Да. Сейчас чувствую вот по всей линии. От носа вот сюда, точка. Вы уже вводите, да? Угу. По капельке, да? Угу. А сейчас, а где вот кончик сейчас? Вот он. Вот, а, вот здесь вот. Еще там, да? Ну, как-то вот изгибает, что ли?
Ничего, дает вот сюда, в центр лба. Так, сейчас я направление поменяю.